Слободе ссора между возлюбленными сожителями вышла за рамки одной семьи. Ссор из избы вынесла девушка, причем не безосновательно. В ходе разгоревшегося конфликта сельчанку и ее отца грозился убить 32-летний гражданский муж потерпевшей. Для убедительности в качестве орудия расправы дебошир демонстрировал символ смерти – косу. Сожительница из дома убежала, тогда мужчина начал высказывать аналогичные угрозы в адрес ее отца 1950 года рождения, который проживает совместно с ними. В процессе высказывания угроз отцу были по неосторожности причинены телесные повреждения в виде пореза большого пальца руки. Уголовное дело возбуждено по статье «Угроза убийством». Минимальное наказание, которое грозит дебоширу, это штраф. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».